Наклонная вытяжка от Manfield Wind Push 60 в этом обзоре. Линейка вытяжек представлена двумя цветами, это черный и белый, а также двумя размерами 60 и 50 см в ширину. Управление механическое, всего 5 клавиш, 3 из них отвечают за активацию скорости, 1 за деактивацию и отдельная клавиша для подсветки. Освещение рабочей зоны – это 2 LED-источника по 1 Вт, получается не то что экономично, а практически бесплатно и ярко. Внешняя часть вытяжки – это 2 закаленных глянцевых стекла, одно из которых является фиксированным, а второе приставлено дверцей, за которым скрывается жироулавливающий фильтр. Дверцы надежно фиксируются магнитными упорами. Тихая работа и высокая производительность обеспечивается за счет периметрического втягивания и высококачественного мотора. За счет особой логичной конструкции мощность мотора в 102 Вт обеспечивает производительность в 700 метров кубических в час. Все это при уровне шума не более 47 дБ. В вытяжке предусмотрен жироулавливающий фильтр, а комплект поставки включает гофру. Вытяжку можно использовать в двух вариантах. Первый – это режим отвода, и вам понадобится стандартная гофра. Ну и второй вариант – это режим рециркуляции. Для этого гофра уже не нужна. Достаточно просто отдельно приобрести угольный фильтр и установить его в саму вытяжку. Кроме того, диаметр воздуховода 150 мм. Воздуховод оснащен антивозвратным клапаном, который предотвращает обратный приток воздуха. Высококлассные материалы, качественное исполнение и высокая производительность – все это Manfield Wind Push 60. Мы не бросаем слов на ветер. Качественная техника в каждый дом.